Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы выполним задание по русской литературе для 6 класса из учебника «Коровиной». Раздел «Произведения русских писателей XIX века. Александр Сергеевич Пушкин». Рубрика «Творческое задание». Первый вопрос. Чем интересен для вас лицейский период в жизни Пушкина? Ответим. Лицейский период в жизни Пушкина интересен тем, что 6 лет обучения оставили неизгладимый след в душе поэта, сформировали дух чести и культ дружбы в его сознании, оказали влияние на его творчество и жизнь. Организация жизни в лицее примечательна тем, что лицеисты проживали там постоянно, их день был расписан буквально поминутно, а главную задачу профессора лицея видели в том, чтобы не давать места праздности своим воспитанникам. На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале. А если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте их в комментариях под видео. Спасибо за внимание!